друзья! Доброе утро! Сегодня мы едем в Самарканд. Ребят, сейчас нам раздали паёчки. Будем открывать вместе. Le Crochet. Так, значит, я вижу кофе с салфеткой внутри. Так, и дальше булочки. Все, мы приехали в Самарканд. Ну что ж, мы приехали на первое место назначения. Это мечеть Аль-Бухари. Тут вы можете увидеть лавочки для покупок, а мы направляемся вон туда. Находимся в мавзолее Аль-Бухари. Тут такая атмосфера уютная и осенняя. Ребят, эта ткань раньше была на Каабе, а потом ее подарили нашему первому президенту Исламу Каримову. Идем в следующее место назначения. Это река Сиохоп, в переводе означает черная река, из-за каких-то минералов она черного цвета, а мы сейчас поднимемся на ту вершину. Там раздают воду. А тут очень красивый вид на город. Этот раз с нами не только мама, но и мой братишка. Он похож на старшего, но на самом деле он младше меня на 2 года. Сейчас мы вышли из прежней локации и едем в кладбище Ислама Каримова. На самом деле я очень давно хотела посетить это место, наверное, где-то 4 года. Сегодня хоть и погода облачная, но зато теплая. Говорят, с завтрашнего дня будут дожди. Сейчас мы приехали именно в то место, где был похоронен Ислам Каримов. Сзади меня идут наши люди, гид и наша группа. Представляете, я их всех за собой веду. Сейчас выйдем по этой лестнице. Это самая старая и самая первая мечеть в Самарканде, которая была построена в 8 веке. Ребят, прямо за мной находится могила Ислама Каримова. К сожалению, мне не разрешили фотографировать и снимать там. Но думаю, вы можете найти это в интернете. А сейчас я вам покажу такой красивый вид. Мы сейчас едем обедать в ресторан «Азия Самарканд». Мы остановились подальше от отеля и идем пешком.
сейчас будем обедать. У нас тут хлеб, салаты, сюзьма, соленые. И пока что все. А, еще самсушки. Первое. Пельмени с горохом. Выглядит аппетитно. Второе блюдо. Казан-кебаб. Значит, сейчас мы приехали в знаменитейший мавзолей Гур-Эмир, в котором похоронен сам Амир Тимур. Ребят, только что ко мне приехал мой однокурсник, который живет в Самарканде. И посмотрите, что он мне подарил. Спасибо большое, Джавлон. Тут такие прикольные штучки. Умывальник. А тут лестница, которая ведет куда-то. А это Гур-Эмир. На этом месте многие делали селфи, но мне как-то было стрёмно, так что я просто сняла видео для вас. Значит, это могила Лукбека, там могила Амира Тимура, а тут могила их учителя Саида Браки. У нас осталась последняя локация, это самая знаменитая, которую мы оставили на десерт, Регистан. Вот, сейчас туда идем, наверное, поедем, хоть и близко, но поедем. Вот наш маленький автобус. Тут скупает у нас хлеб, вкусняшки, халва. Мы с моей пельняшкой оделись под цвет. О, привет! Наконец-то мы приехали в Регистан. Сейчас я вам все покажу. Проводят лазерные шоу для туристов, но их обычно заказывают за деньги. Это где-то 1000-2000 долларов, сказали. И внутренний двор одного из зданий. Помните вот эти шерстяные шапочки из Хорезма? У меня даже в Инстаграме есть фотка в них. Мы идем в музей. Смотрите, как красиво. Выглядело примерно так. Но все это реставрировали и красиво украсили. Значит, мы вышли из одного здания, которое сзади меня. Теперь идем в другое. Тиллагури. Называется. Пошли. Шардора. Здания более такие разноцветные, цветочные. Ну все, ребята, заканчивается у нас экскурсия по Регистану. Сейчас мы поедем на вокзал. Ну все, пока, Самарканд, Регистан. И, кстати, ребята, вон вам далеко-далеко стоит памятник первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. Просто сказала спасибо. 26 лет почти правления, четверть века правления, это просто нереально. Просто мой респект этому человеку. Ура, я нашла наш автобус.
которого нет уже в Ташкенте. Напишите мне в комментариях, это ракета или самолет, что это такое? Сейчас мы на вокзале. Лайки, а также подписывайтесь на мой канал. Goodbye and only good vibes.